Книга «Открытым оком», том 1, тема «Вера», вопрос 7. Как в совершенном духовном мире появилось несовершенство, сатана? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. О трагедии высшего духа Херувима осеняющего известно в трех местах: Исаия, 14 глава, Иезекииль, 28 глава, Откровение, 12 глава. Больше мы ничего не знаем о непослушании сатаны. Все остальное говорит о его положении уже после его падения. Иоанн Златоуст говорит, цитата, «Чего в Библии нет, о том не рассуждаем». В одном месте Библии есть намек, из-за чего случилось крушение сына Деницы, Люцифера. 1 Тимофею, 3 глава, 6 стих. «Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом». Гордость, надмение, только в вечности, может быть, это будет открыто. Ни один из святых отцов не смог прояснить эту загадку.